Всем здравствуйте! Очередной маленький обзор вот по вот этим вот статуэточкам, да? Сейчас чуть-чуть уберу, покажу издалека, как это выглядит. Ну и теперь попробуем поближе, да? Значит, данные статуэтки я, опять же говорю, купил в Таиланде, в Паттайе, в сувенирном магазине Лукдот. Ну, начнем вот с этого, наверное. Да? Стоимость каждой статуэтки 450 бат. Есть в этом магазине в Лукдоде, да, то там есть еще и большие статуэтки, в которых вы себе даже представить не можете. Стоимость у них там 2000 бат и выше даже, да, что там использовано в изготовлении из этих статуэток, да, то есть обыкновенный металлический лом, то есть там стоял здоровый такой дикобраз, сделанный из гвоздей, да, из гвоздей, соответственно, согнутых также гвоздей, да, из сотки, по-моему. Ну и смотрится это довольно-таки красиво. Ребята молодцы, то есть они что сделали? Они, ну вот, смотрите внимательно, да? Ничего никому не напоминает, да? Вот этот вот миньон, из-за которого, как только его притащил домой, дети просто передрались, кто с ним будет играться, да? Вот, пожалуйста, шляпка либо от самореза, либо от чего-то. Проволока, винты какие-то, видимо, вот это вот саморезы. И, то есть ребята берут всякий разный металлический лом и пытаются сделать из него довольно-таки оригинальные. Нельзя сказать, что это произведение искусства, но предметы интерьера вполне. Молодцы, у меня только аплодисменты и все. То есть, если мы, наш металлический лом, максимум, что мы сделаем, так это сдаем. А ребята приложили свои мозги и шлепают. И даже несмотря на то, что вот ну, в местах соединения, да, понятно, что это сварка, да, понятно, что это вроде бы как не сильно аккуратно выглядит, но в целом получаются довольно-таки прикольные предметы. То есть так же, вот, как и вот этот рыцарь, смотрите. Ну, вот, это ж надо было додуматься, чтобы вот это вот использовать в качестве, ну, рукоятки для меча, да. Или гайки в качестве ног у этого товарища. То есть ребята берут металлический лом. То, что я видел в магазине, так кроме лома там были статуэтки, сделанные из автомобильных свечей, использованные цепи там от велосипедов или от пил, я так и не понял от чего. Ну и именно так, то есть они берут сварочный аппарат из обломков, из вот таких вот там делают, что-то подбивают молотком, что-то вот как вот здесь, да, смотрите, вот этот плащ как бы подрезан. Ну, по-моему, газовой горелкой, да, просто взяли, подрезали, воткнули, приварили, и все нормально. То есть, ну, и так как климат влажный, то они загоняют такую статуэтку вот в пескоструй, обрабатывают от ржавчины, от окислов, и далее просто покрывают их лаком, чтобы они не ржавели. Смотрится, вот знаете, я ее взял, потому что до этого буквально там не так... Задолго до этого я читал фантастику, по-моему, «Черная пустошь». И это дело вот все это мне напомнило, как исчадие Техноса, на которое напали скроги, да, и создали из металлических машин боевых роботов. Ну, еще раз посмотрите на этих ребят. Ну все, всем спасибо, всем пока.